В прошлом году в ТОС «Новая Комушка» провели водовод и освещение. Маленьких горожан порадовали новыми площадками для игр. На эти цели затрачено около 3 миллионов рублей. Те деньги, которые выделены депутатом Юрьевым, мы уже заранее выезжаем, проверяем отъеду места, где нам необходимо. Поэтому у нас уже 70% Комушки, даже больше 70%, у нас уже считаются благоустроенные дома. То есть мы уже в ближайшее время планируем закрывать всю Комушку. Также в планах на будущее провести коммуникации еще на 5 улиц ТОСа, возвести несколько новых площадок для детей. Темпы развития новой Комушки – заслуга совместной работы властей и обычных жителей, отметил депутат городского совета Геннадий Доржиев. Программа развития отдаленных микрорайонов, она начало взяла именно на новой Комушке. И то, что вы, жители, принимаете активное участие, в том числе и софинансирование, это, конечно же, помогает решить и продвинуться вперед. В этом году на нужды района направят более 5 миллионов рублей. Среди наказов жителей Комушки – ремонт дорог и продолжение работ по освещению улиц. Батыр Мамбаев, Алдар Дамбаев. Новости дня.